Уникальное новшество от Atomy для стирки нашего белья. В него входит смесь растительных экстрактов и 7 ферментов, которые обладают повышенной очищающей способностью. Растительные экстракты, которые входят в данный продукт. Экстракт грибов, мыльных ягод используется в качестве мыла в Непале и Индии. Экстракт коры квилая, содержащий сапонины, используется как мыло в Чили и в других странах. Экстракт мыльнянки, мыло под названием мыльнянка, растение, происходящее от латинского слова сапа, что означает хорошее мыло. А также содержится 7 ферментов из Дании по стратегии GSGS Европы, которые позволяют ухаживать за цветом, ухаживать за ворсом, разлагают крахмал в безалкогольных напитков, разлагают полисахариды в соках и фруктов, расщепляют полисахариды в мороженых и соусах, разлагают жиры, такие как масла и косметика, и многое другое. Очень интересный факт, что сразу после производства данная капсула, она прозрачная, но потом, через определенное количество времени, она меняет цвет. Поэтому не удивляйтесь, если цвет изменится. Это уникальный цвет, который не содержит искусственных красителей. Он может стать розовым или желтым в зависимости от условий хранения, но с использованием и производительностью продукта проблем не возникает. Используйте половинку для 3 кг, 7 кг в 2 штучки, а от 14 кг 4 капсулы. Также данный продукт получен сертификат веган. Сама упаковка биоразлагается, защищает от детей, чтобы они не могли прикоснуться. А на упаковке нанесен шрифт Брайля для повышения доступности информации и удобства для слабовидящих. Будьте здоровыми!